наш трофей. Это их вождь, Ленин. Нет, это его приз. Это большевистский скакун. Ну и вонище от этой скотины. Снимай быстрей. Ну что, окрестил эту хитрую? Не могу ее не крестить. А я ничего не говорю, чуть сразу. Зайчик мой подсиделый, вот. Тебе радость. Письмо от лучшего друга. От владыки Сергия. Просит прибыть к нему в Ригу. Was brennt da eigentlich? Na, wie immer, die Synagogen, was sonst? Да, значит, и вы, немец, воевали за царя и Россию против немцев? Ну, видите ли, я русский немец. В 14-м окончил Александровское военное училище на австрийский фронт. А в 17-м? Осенью 17-го оказался в Москве. Сражались за Кремль вместе с юнкерами? За Керенского? Увольте. Одно мороженое. Потом Дон, потом Деникин, поражение, исход. В 20-е годы вернулся на родину предков в Восточную Пруссию, дослужился до полковника, но остаюсь православным. Что ж, похвально. Так что вы говорите, и с Гитлером лично знакомы? Несколько дней назад обедал с ним и его приближенными. И что он желает возродить в России православие? Вам нужен прямой ответ? Тогда нет. Так стало быть, это временное послабление. А потом, как в римские времена, гонения, распятые вдоль дорог христиане, или, как в нашем просвещенном веке принято. По большому счету, фюрера все это мало заботит. Но люди, которые занимаются нашим опросом, вполне заинтересованы в возрождении церковной жизни России. Или у вас есть иные варианты? Увы, нет. Благословите, владыка. В Псковском крае действующих храмов не осталось. Осквернены. Мерзость, запустение. Пустыня. Вот и надлежит нам эту пустыню привести в божеский вид. Вы, отец Георгий, и вы, отец Кирилл, всем нам придется поусердствовать. Ну и где ж взять столько священников? Наскребем по сусекам, по всей Прибалтике. Владыка, простите, к вам отец Александр Ионин из Тихого. Зови, зови. Вот вам отцы и первосвященник для нашей миссии. Это самый что ни на есть выдающийся тип русского батюшки. Проповедь читает короткие, но такие, что прямо в сердце. Я с ним давно знаком. Он тоже в 20-е годы испил полную чашу. Ссылки, лагеря, ну, в общем, все как полагается. Разрешите? Благословите, владыка. В
Присаживайся, отец Александр. Чайку попей. Здравствуйте, отцы. С праздником. Как военное время заведено, по вашему приказанию прибыл. А мы как раз о тебе говорили. Обо мне? Вот ведь нашли предмет. Загадали мы. Кто первым войдет, тот и будет первым священником Псковской православной миссии. Вот как. Ну, загад не бывает богат. И что это за миссия такая? Возродить на Псковщине православие. С помощью немцев? Нехорошо. Храмы возродить, конечно, надо бы. И народ без церкви тоскует. Но при немцах. Вот я такой, что мне бы иной раз и промолчать надо. А я возьму да и спрошу. Что же это, отцы родные? Не получимся ли мы предателями Родины? Советы безбожные нам не Родина. Все это так, но вы посудите сами. Я в честь святого Александра Невского крещен. Его своим заступником почитаю. А он немцев бил. Русские же мы. Пастырь добрый полагает душу за овцы своя. Народу нашему под немцем совсем плохо будет. Так разве можем мы оставить его еще и без Божьего утешения? Ну, коли так, я готов. И куда же меня передислоцируете? Ты сказал, что в честь Александра Невского назван. Ну, вот и поезжай в село Закаты. Там как раз храм твоего небесного покровителя. Как благословить владыку? Странное место это Россия. Какое чудовищное сочетание убожества жизни и красоты природы. Вот это небо, это река, этот прекрасный лес, пение птиц. И это убогое сооружение. Триумфальная арка. Да, Париж, Париж. Бери выше. Рим, Вавилон. Да, это точно. Поехали. Эй, поосторожней. А погода-то какая. Даже не верится, что где-то война. Люди убивают друг друга. Не верится? Да твое ж ты его убивает. Ты... Если не его самого. Ах ты паразит! Ты как у тебя язык? Эй, дети! Фото! Keine Angst! Фото, фото! Фото, фото! Keine Angst, Kinder! Не бойтесь, дети! Hier kommt gleich ein Vögelchen raus. Птичка. Давай, давай! Птичка. Отсюда вылетит птичка! Hans, du kannst ja deine Theorie prüfen. Ты можешь проверить свою теорию. Почему бы и нет? Du auch, aber хороший шанс! Ты тоже не зевай! Noch einmal! Noch einmal! Еще раз! Еще! Проклятая баба. Ганс, перестань. Что, ни разу не получала плюхи от девок? Ганс, Ганс, убери пистолет. Ганс, Ганс. Ганс, успокойся. Стоп, пошли, нам пора. Она же еще ребенок. С ума сошел? Ты промазал, стрелок, коньяк мой. Ты же сам убедился, Ганс. Твоя теория – полная ерунда. Русские девчонки все-таки носят трусы. Маша! Маша!
наша эта война. И как корову сбили, тоже мне шофера. Чем я детей кормить буду? Ну чего вы сюда приперлись, бесстыжие, и сидели в своей Германии? Да чтоб вы сдохли! Солнышко ты мое! Что это, свой вещь, что в чем я тебе детей кормить буду? Господи! Господи, куда ж ты смотришь? Пойдем. Ой, дедочка моя, золотая! Стас, вас и подсказывай. Хорошая немецкая сигарета. Может, ты ему отлить поможешь? Пошутить нельзя. Не смеши меня. У меня камера дрожит. Смотри, Вальтер, что он делает? Он доит дохлую корову. Молочко парное. Едем в земли незнаемые. А чего ж незнаемые? Россия, Псков, древний град государства русского. Лицо мне ваше, отец Александр, знакомо. В Риге виделись. С мороженым. Точно. Был грех. Что у нас тут творилось-то? Где я?